Всем привет! Вы на канале Nestor Studio. Сегодня я покажу и расскажу, как делать розетчатые праздники, то есть украшать их. Не обязательно повторять за мной. Пожалуйста, сделать то, что я, и добавить что-то. Или чего-то не сделать, а вместо чего-то того сделать что-то другое. Теперь я вам покажу, как украшать колокольчик. Мы берем любой цвет сахарной пасты. Да. Может, любой цвет. Любой. Делаем нечерний контур у колокольчика. Вот так. Должно выйти нечерний вот так. Вот такой контур. Потом делаем линии. Вот такие. Потом делаем вот так. Линии тоже такого же под другому ракурсу. После того, как у вас вышли вот такие вот линии, квадратики и контур, то приступаем к снежинка. Если вот так выше это не прекрасно, должно идти вот так. Вот такая снежинка. Вот это идеальное. Вот это вот. Просто решаем вот такие палки. Если вы рисовали на двух концах и у вас вышло так, как сейчас, это не страшно. Просто доделаем здесь палку еще. После того, как у вас выходит так, вы уже подозреваете, что это чижинка. Это означает, что вы правильно думаете. Делаем в конце чижинки. Они должны выглядеть вот так. Вот такие концы. Такие зубы. Если у вас вышло так, то это означает, что вы сделали все, что здесь самое сложное. Сейчас будет действительно легкое. Вот смотрите, такой же способ. Вот это мы сделали только что. Самый темный, то есть вот этот. Делаем из него пенек, вот так. Меняем цвет. Раз. Два. Три. И четыре. Четыре точки. Если шло пять, ничего страшного, просто пять. Но у меня вот сейчас четыре. Хотите сделать звездочку, то пусть посмотрит вот на вот эту звездочку и переделает. Ну а кто хочет сделать снежинку, тот смотрит прямо сейчас. Делаю снежинку. Кто прям мега-мега крутой, тот может тоже вот так точки проставлять. Но еще можно до красоты взять белую точку и поставить ее прямо на краешек. Вот так. Вот сейчас ровненько поставлю. И сейчас приступаем к оленю. Такой светло-коричневый. И делаем рога. Вот так. Можно еще пальчиком вот так поправить, чуть-чуть.
копыта мы ему сделаем вот, вот этим, что там, да, вот этим. Просто раз линия. И два линия. Раз линия. И два линия. Вот такие две линии, это копыта. Берем белый чек. И делаем с помощью его лазик. И сделаем ему зрачок. И сделаем сейчас кляксу. Не вот такую. А такую красивую кляксу. Вот такую. Вот такую кляксу можно сделать. Кто хочет переделать, вот, смотрите. Ёлка вот такая. Колокольчик вот такой. Щежина вот такая. Олень такой. Вот такие мы делаем. Да, вот. Некоторые, не все красивые. Вот так где вот это мы начинаем. Вот здесь вы видите такие же прям. Вот такая же, только вместо снежинки и звезда. Желаю вам здоровья, радости и много подарков поделкой от Деда Мороза. И всем пока-пока, вы были на канале Нестор Студия. Только не забывайте, пожалуйста, не забывайте о лайке, колокольчике и подписке. Это прям мега важное. Если вы это сделаете, вам просто в душе приятно. Уверяю, пробуйте.